И привет, холопы! С вами ваша слуга Орасама. И я еще и фигбуковец. На данный момент у меня 57 работ, кажется, и 13 постоянных читателей. Постоянных. И еще я тот человек, который тыкает, сука, на все, что видит. Поэтому я откопала несколько таких фишек на фигбуке, которые, как мне кажется, видели немногие, ну или вообще с такими людьми. Так что приступим. И пятое место. Ты можешь посмотреть, сколько тебя читают в день. Я знаю, это мое ньюфакское открытие, но многие, с кем я общалась, не в курсе, что так можно. Наверное, потому что это находится в разделе «Новости», и поэтому они не догадывают, что туда надо тыкнуть. Подобного раздела мне очень не хватало на самиздате, вернее, его удобства. И тут ты можешь посмотреть, ждут ли от тебя проты, простите меня, люди. Попало это в какие-то топы, еще откуда люди к тебе приходят, и, собственно, сколько у тебя просмотров сегодня. И, собственно, благодаря этому разделу я знаю, что не зря пилю клипы к фанфикам, и что капающий экран нафиг никому не сдался. Четвертое место. Ты можешь украсить текст. Многие, наверное, из вас видели, как самые прошаренные выделяют цитаты сереньким, пишут жирным шрифтом. А как? Все очень просто, следите за руками. Значит так, если вы хотите, чтобы ваш текст стал жирным, добавляйте по две звездочки с каждой стороны от текста. Если вы хотите выделить цитату, просто добавьте скобочку с одной стороны. Та-дам! Третье место. Ты можешь привлечь внимание издательств. Да, это возможно, не только для 50 оттенков скуки. В случае, если вы шикарный поэт, крутой прозаик, на вас может обратить внимание издательство. И лично меня уже два раза обращали. В первый раз на меня обратили внимание, решив, что эти вставки из песни я писала сама. Печалька. Второе место. Книга фан-артов. Я думаю, гораздо удобнее искать арт, когда он подписан, чем иметь еще одну сохраненку где-нибудь. И книга фанфиков предоставляет вам ссылку на книгу фанартов, где арты подписаны, там жанры всякие и так далее. И проблема в том, что это еще не так хорошо раскручено, думаю, ты тот самый человек, который подкинет туда новые арты. Ну, или хотя бы найдешь там себе то, что тебе нужно. И первое место, ты можешь выбрать свои предпочтения. Вообще, эта фишка появилась еще до фестиваля отзывов, и она существует до сих пор. Минута молчания. И ты можешь выбрать себе любимый рейтинг, любимые жанры, любимые предупреждения и даже, сука, фэндом! Согласись, это гораздо удобнее, чем выставлять красные сердечки вручную. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь в комментариях. Всем пока! You're